На центральной площади села Месигутово состоялось празднование Масленицы. Масленица – одна из самых веселых и долгожданных праздников в году, когда люди ходят в гости, устраивают гуляния и пекут румяные блины. На площади развернулись торговые ряды с шашлыками, выпечкой, блинами и пирогами. Масленица у нас справляется каждый год на Руси. Это самый веселый праздник весной. Празднуют все и дети, и бабушки, и дедушки, и молодежь. Все любят этот праздник. Стряпают блины, ватрушки, плюшки, пироги угощают, чтобы было весело проводить зиму и встретить весну. Жителей и гостей праздника ожидала насыщенная программа. С самого утра звучала музыка и веселые скоморохи созывали всех к веселью. Организаторы подготовили и провели традиционные забавы. Бег в мешках, перетягивание каната, конкурс частушек и плясунов. Не обошлось и без традиционных масленичных хороводов и народных игр. Значит, вся неделя расписана, кто кому приходит в гости, там угощают блинами. То зятю проще, то зятю, то, значит, в головке. В общем, и самый последний масленица заканчивается в воскресенье. В понедельник ставят чучело масленицы, а в воскресенье ее сжигают для того, чтобы был богатый урожай. И в воскресенье называется прощенное воскресенье. Все друг у друга просят прощения. За что он невольный, невольно что-то кто-то кого-то может не обидеть. Поэтому просят. Понедельника начинается великий пост, а вся неделя объедаемся блинами. В заключение все с удовольствием ели вкусные и пышные блины, а затем с восторгом наблюдали, как горит чучело масленицы. Праздник получился масштабным и ярким.